Тюмень готовится ко дню рождения. Организации проводят субботники по очистке территории. Сегодня конечную автобусную остановку на рабочем поселке приводили в порядок специалисты транспортной сферы. Представители департамента Тюмень-Гортранс и перевозчиков собрали мусор на газонах и очистили подлесок от сухостоя. В основном здесь присутствует ИТРовский состав. Водители все находятся на маршруте. Все, кто сейчас летняя пора, все на дачах и так далее. Ну, присутствует, конечно, водительский состав, но в основном ИТР. Вся железнодорожная сеть города находится на постоянном содержании. Тем не менее, такие субботники позволяют на качественно другой уровень вывести чистоту этой территории.